Сегодня библиотека – это не только литература на любой вкус. Это не только место, где можно почитать. Это культурно-досуговый центр, где часто проходят творческие вечера, конкурсы, квесты. А раз в неделю зал Щелковской центральной библиотеки превращается в настоящий кинотеатр. По четвергам в 18:30 здесь гаснет свет и включается экран. В уютной атмосфере среди книг и музейных экспозиций проходят показы различных фильмов. Предпочтение зрителя отдают отечественному кинематографу, и библиотека учитывает вкусы гостей. В программе кино советского времени и современные картины, а также мультфильмы для юных посетителей. Рекламы нет, что радует гостей, а после можно обсудить картину в приятной компании. Мы даже это и на занятия после просмотров обсуждаем. На следующий день, когда на занятии по скандинавской ходьбе, мы встречаемся, обсуждаем. Кто не смог прийти, рассказываем. Сотрудничество идет с Мособлкино. Вот, фильмы мы подбираем очень тщательно, смотрим на какую публику, на какой возраст, и чтобы это подходило нашим любимым читателям, которые нас посещают. Все показы проходят совершенно бесплатно. Чтобы не пропустить любимый фильм, можно заглянуть на сайт Щелковской центральной библиотеки. Вся информация в разделе «Новости и события». Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.